Сегодня машина «Капкан» расположена у села Чешмя. Через 2 или 3 километра мои коллеги останавливают водителей, превысивших скоростной режим. Например, водитель этого микроавтобуса проехал по населенному пункту со скоростью 105 км в час. Благодаря машине «Капкану» нарушение было зафиксировано, и через 3 километра микроавтобус был остановлен полицией. Расстроенный водитель отказался давать какие-либо комментарии, как, впрочем, и другие автовладельцы, когда видели нашу съемочную группу. И этот водитель был удивлен, когда его остановила полиция. И все же, хоть и редко, но были и водители, которые признавали, что превысили скорость. Несмотря на то, что они были оштрафованы, некоторые водители приветствуют инициативу полиции по установке автомобильных ловушек на дорогах. Всего за час у села Чешмя машина «Капкан» помогла выявить 15 автомобилей, которые передвигались по населенному пункту, превысив скоростной режим. Это много. Водители, прежде чем отправиться в путь, должны подумать, что их всегда ждут дома. Жизнь на первом месте. И всегда необходимо уважать других участников дорожного движения. Согласно закону, водители, превысившие скорость, могут быть наказаны штрафом в размере до 1500 леев или от 3 до 5 штрафных баллов. Светлана Турку, Дмитрий Паршуков, Виктор Магылдя, Акчент ТВ.